В Казахстане воспитателям детских садов планируют повысить заработную плату. Об этом на заседании правительства сообщил министр просвещения республики Асхат Аймагамбетов. При этом предлагается снизить соотношение воспитателя-ребенок до 1 к 12, то есть сократить число детей на одного воспитателя в два раза. Сегодня один воспитатель работает в группе детей от 25 до 30 человек. Это большая поддержка педагога, потому что работать с 12 детьми – это легче, чем 25. Организовать учебный процесс легче, чем раньше. Сегодня в Уральске насчитывается 50 государственных и 84 частных детских сада, в которых воспитывается около 18 тысяч детей. Изменить нагрузку на педагогов планируют пока в пилотном проекте. В Уральске в качестве эксперимента выбран 48-й детский сад. Здесь попробуют внедрить работу двух воспитателей на каждую группу. Сегодня один воспитатель работает до обеда, второй – в послеобеденное время. Если внедрят новые стандарты, на одну группу придется два воспитателя, которые будут работать полный день. Кроме того, образуются свободные рабочие места. По той причине, что работу воспитателей планируют продлить на весь день, должна увеличиться заработная плата педагогического персонала. Сегодня она составляет порядка 150 тысяч тенге.